Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. И наконец-то пришел первый заказ из 17-го каталога, предновогоднего такого сказочного каталога компании Oriflame. Это первый заказ, первая коробка, и у нас уже на подходе второй заказ. В этом заказе у нас получилось 151 балл. Итак, что я заказала? Набор для придания блеска и гладкости волосам, шампунь и спрей, такой спрей, тоник. Я, кстати, ни разу им не пользовалась, заодно попробую, расскажу, посмотрим, как будут блестеть мои волосы. Мне очень нравится серия Hair X, и я все время беру на смену, то есть я то один шампунь, то Love Nature, то Hair X. Пробую разные. И, кстати, еще кое-что заказала для волос. Так, здесь у меня набор. Набор маскарад, парфюм и гель для душа. Очень прикольный. Кстати, хочу парфюм себе оставить. Скорее всего, себе, наверное, оставлю. Откроем? Интересно вам посмотреть на него? Я просто забыла, как он пахнет. Я помню, что он мне очень-очень понравился. Я его сейчас открою. Я так люблю ароматы. Даже не ожидала, что маскарад вернется, потому что он уже у нас как-то был года, наверное, 3, может быть, 4 назад. Ой, посмотрите, какой чудесный, красивый флакон. Такого глубоко сиренево-фиолетового цвета с ажурным таким красивым орнаментом. Я в восторге. И хочу вспомнить этот аромат. Давно его не дегустировала. Ну-ка. Какой вкусный. Он такой сладенький, в нем есть какая-то нотка интересная. Не могу вспомнить, где-то я такую нотку уже слышала. Или, может быть, я просто помню этот аромат. Он у меня когда был, я его очень любила. Поэтому за такую цену нужно аромат брать. Тем более в таком красивейшем флаконе. Просто царский флакон. Очень красиво. А гель можно кому-то подарить. Например, такой же фиолетовый гель с лавандой можно кому-то подарить, и человек будет рад. И вам хорошо. И водичка достается буквально за копейки. По акции набор вышел. Сейчас скажу, сколько он стоит. Так, набор маскарад 319 рублей. Это и парфюм, и гель для душа. Очень классная цена. Далее, у меня в заказе крем для глаз Novage Экологен. Я этот крем очень люблю. И, кстати, специально засекала время, насколько мне крема хватает. Получилось ровно 3 месяца и 1 неделя. Но я им пользуюсь утром, вечером. Я мажусь и мобильно вот эту межбровную морщинку, носогубки и вокруг губ. То есть я им пользуюсь как за двоих. То есть, в принципе, если вы делаете только глазки, то вам хватит на 4-4,5 месяца такой классный крем. Не буду его распечатывать. Вот, пусть он будет запечатанный. Так, что дальше? Помады. Их должно быть 3, я пока вижу только 2. Это помада из серии The One. Цвет розовое дерево, в такой черной упаковке помада. Заказали один цвет, 3 человека. Потому что, во-первых, у меня был пробник на эту помаду, и самый такой цвет нейтральный, оптимальный, который всем подходит. Смотрите, какой классный цвет. Прям супер-супер огонь. И по качеству эта помада хорошая. Вообще просто прелесть. Вот такие помадки уйдут под заказ. Потому что у меня в заказе и то, что для нас, и то, что под заказ заказали. Это я взяла себе со скидкой 50% на Novage Экологен дневной. Могу вам даже показать эту баночку, потому что у меня скоро крем закончится. Сейчас у меня Ultimate Lift, будет теперь Novage следующий. Я меняю крем. Вот такая классная, чисто белого цвета баночка с серебристой крышечкой. Очень люблю эти кремы. Так что скоро будет у меня новый крем. Так, дальше. Это под заказ парфюм мужской Позас. Красивый и вкусный аромат. Очень красивый флакон сделан. Посмотрите в каталоге. Такой прям, ух, как будто там рыцарь в кольчуге стоит. Так, что здесь? 2 крема для рук. Один под заказ, один мне. А в другом заказе будут еще кремы. И знаете, что удивительно? Серию Loving Care я брала все.
и жидкое мыло, и мыло несколько раз, шампунь, лосьон для тела. Я перепробовала все, но я не пробовала крем. А сейчас крем вышел XXL, посмотрите, какой огромный объем, 150 мл. И вот так сделаем. Не буду много наносить, чтобы быстро впитался. Смотрите, какие красивые флакончики, такие чистенькие, беленькие. Ага, мой любимый аромат миндальный. Хороший крем, мягкий. Если сравнивать его с медовым кремом, мед и молоко для рук, который тоже сейчас по скидке идет, и такой же цене, только там объем 75 мл, тот намного жирнее. Этот более легкий, и он классно впитался. Хороший у него, ну вот я не люблю, когда слишком жирный, а у этого хороший такой послед, да, остается не липко, все хорошо впиталось. Коже комфортно, ничего не стягивает. Вот я люблю такие кремики, поэтому я их беру несколько штук, потому что я кремом пользуюсь очень много, я не экономлю на своей коже. Считаю, что это очень важно, давать коже изнутри питание. Это у нас wellness, витамины, коктейли, супчики наши. А изнаружи это лицо, это Novage, а тело это кремы, масла, то есть все это должно быть в изобилии, не жадничаем. Так, это под заказ крем для лица и тела. Ну, честно, для меня, вот если пишешь для лица и тела, для меня это не работает. Я никогда лицо не намажу таким кремом, только для тела. И тоже несколько раз брала такие баночки, потрясающий крутой крем. Это тоже под заказ крем для душа. Смотрите, как красиво выглядит эта коллекция. Представьте, чтобы в ванной все это поставить, и как это чисто, нежно, вообще вот просто так хорошо выглядит. Так, далее в заказе у меня огромное количество тушей, даже не помню сколько, 5 и 5, 10, 14 штук, 14 тушей, 5 в одном. Одну открываю, сразу буду сама пользоваться, потому что у меня как раз тушь закончилась уже практически, ну, уже нет такого эффекта пушистых длинных ресниц. У меня до этого как раз сейчас заканчивается тушь XXL 5 в 1. И я беру себе, вот моя красавица. Все-таки вот эта кисточка мне нравится больше всего. Для меня это просто вот кисточка прелесть, огонь. Вот еще раз показываю, какая красивая упаковка, черная с таким, такой надписью переливающейся. А остальное уже все завтра раздадим, и еще не хватит. У меня в следующем заказе еще 10, по-моему, тушей, их тоже все уже заберут. Вот еще одна помада, ну она такая же, поэтому не буду открывать, вот три помады одинаковые. Два мыла, голубики, одно себе. Сразу раскрываю. Смотрите, какая. У нас кот, знаете, как все нюхает? Он прям в нос засовывает все это. Что-нибудь ему даешь, он в нос прям. Смотрите, красиво, Микки Маус. С другой стороны написано Disney. Здесь такая мордочка Микки Мауса. Какой классный кусочек, приятный по форме, прям в ручках. Вот, все, сейчас его положу, будем ручки мыть. А второй подарю. По-моему, это не под заказ. Так, здесь пакетики, так много пакетиков, пригодятся. О, взяла еще себе два мыла Apple. Я вам тоже покажу, как оно выглядит, потому что то, что на картинке, это не так понятно. Я сейчас все мыла открою, только успевай пользоваться. Посмотрите, как это круто выглядит. Это вот просто кусочек, как леденец, такой прозрачный. Вот я как раз на свет его смотрю. Полупрозрачный тон. Здесь нарисованы снежинки, написано Apple and... не знаю, что написано, не могу прочитать. Не буду коверкать слова. Ну, яблочное. Яблоко и корица. Перевожу сразу. Там написано по-английски яблоко и корица. Я обожаю этот аромат. У меня была история, когда первый раз это мыло мы получили. Я его открыла, понюхала, обалдела, как вкусно пахнет, и я положила его у себя на столе, вот так прям на фантик. Открыла, положила, думаю, потом отнесу в ванну. И он у меня лежал. Я не могла насладиться, такой вкусный аромат, как будто у меня освежитель воздуха шикарный в комнате. Приезжает брат из Москвы, ну, мы что-то болтали, он подходит к моему столу, говорит, а что здесь так вкусно пахнет, не пойму, а что за запах такой прикольный? Я говорю, да это мыло. Он такой понюхал и в карман его себе положил.
И потом я говорю, ты что, он в машине положу. Я говорю, ну ладно, забирай. И он возил его очень долго в машине, просто как ароматизатор. Мы так смеялись, но это действительно очень вкусно пахнет. Так, здесь у меня два средства тоже для себя. Я и в прошлом каталоге набрала этих помадок, у меня их, наверное, уже штуки 3 лежит в запасе. Это бальзам для губ с ароматом клубники. Он хоть и детский, но он так классно губки увлажняет, пахнет вкусно, а еще он сладенький. Если губы облизываешь, то сладенько на язычке. Мне очень нравятся эти бальзамы. Они простые, сделаны в простой форме, как помадка. И это мне нравится. Все тут такие розовые платьишки на мини-маусе. И обычного белого цвета такой большой, толстенький стерженечек. То есть ее хватает очень надолго. И я просто считаю, что это мой самый вкусненький аромат и самый вкусный бальзамчик. Мне, конечно, нравится наш Биби, он тоже с ароматом клубники. Но этот просто чудо. Да и стоит 3 копейки. Если 2 штуки брать, то там выгоднее получается. Я продублировала себе 2 лака, которые у меня есть и еще не закончились. Они маленькие, по 5 мл, поэтому, думаю, надо брать. Мне очень нравится вот этот шоколадный цвет, редкостный цвет такого, ну, не знаю, у нас просто не было, мне кажется, никогда. Обалденно шикарный цвет, и мне очень нравятся вот эти блестки. Они такие милые, и их можно на любой абсолютно лак, их можно просто вместо лака. Классно смотрится на ногах педикюр, и я в восторге от этого цвета. Мне нравится такой золотистый, тем более у меня теперь новый цвет волос. Он, правда, еще не совсем новый, но будет все равно в таких тонах теплых. И еще один лак, это для дочки, для дочуньки. Вот такой маленький заказ. Еще следующий заказ тоже будет на 150 баллов. Так что это еще не все. Что в коробке? Не буду все, наверное, доставать. Здесь каталоги. На следующий уже месяц, на январь, но он начнется, по-моему, с 30-го. С 31 декабря, прям в Новый год, будем вместо того, чтобы резать салаты, мы будем с вами сидеть, скидывать заказы. Не все еще сказала. Еще тут кое-что. Будем скидывать заказы, чтобы получить их первую поставку. Здесь же у меня журнал «Мир Алексей». Такой классный большой журнал буду читать. Люблю журнальчики получать, чтобы быть в курсе всех новостей. И, кстати, сегодня по новостям сказали, что самый популярный подарок в этом сезоне, мне кажется, это каждый сезон, это косметическая продукция и бытовая техника. Ну, конечно, бытовая техника — это дорогой подарок, а косметическая продукция — это очень-очень доступный подарок. Та-дам! Я заказала то, что вы просили у меня, то, что вы мне рекомендовали. Я всегда прислушаюсь к вашим рекомендациям. Видите, уже меняю цвет волос, наверное, все-таки отращу челку. Итак, ба-бам! Это серьги. Вот такие блестюшки на круглом таком основании. Прикольно застегиваются. Кстати, у них такая прикольная застежка. Раз, раз. То есть вот так расцепились, зацепили. И очень классно. И вот такая будет у меня красота на Новый год. Ту-ту-ту. И это еще не все. В следующем заказе у меня будут серьги из коллекции Nour Skin и ожерелье. Кстати, никто не угадал то, что я себе выбрала. В следующем обзоре будете смотреть. Вот. По-моему, все. Все. Спасибо вам огромное за внимание. Я вам желаю классного настроения, чтобы покупки радовали вас, ваших друзей. Используйте это потрясающее время перед Новым годом, чтобы покажите всем каталог, потому что люди сейчас в суматохе бегают, ищут подарки, думают, что подарить. А мне кажется, лучший подарок — это продукция Oriflame. Это всегда стильно, качественно, красиво, эффектно и нужно. Самое важное, потому что это мыло, это не как статуэтка с поросенком. Я вот сегодня специально прошла по магазинам, самый дешевый малюсенький поросенок 100 рублей. Мыло. Кусочек 69 рублей. Потрясающее праздничное настроение создает. Вкусно пахнет и приносит пользу. Согласитесь, этот поросенок уже через некоторое время будет, ну, не нужен. Человек куда его девать, выкидывать. А это очень крутой подарок. Ну и, конечно, у нас хороший ассортимент. Все. Теперь точно пока-пока. До новых встреч. Я с вами не прощаюсь надолго, потому что следующий заказ уже на подходе. Пока. GoPro, стоп видео.